показника. Давай. 500 рублей. Сколько? 500 рублей. Я знаю, что вам не так. Чистых нема сетки. Думаешь, это тебе обошу.
чем мандариночка? 12. Я орёк. Нет. А он не согласен. Я так и пошёл. Саша, 50 рублей, дай, блядь. Так, хватай. Алик, блин, за меня заплатил за клиента, блядь. 50 рублей, дай, блядь. Давай, давай, лучше 50. Алик. Понял. Колхоз червоний дійшов. Звісно, звісно. Ну знайдеш там все. Зараз я встану. Оно друга виберемо. Іди сюди. О, самовар, чайок, это сила. Это ж под трубу, да? Да нет. О. И сколько такой? 10. А, да. Постояние хорошее. Пошевели, мы ходи, спят, спят на работе, блядь. Тух! Фона мать. Спять, спять на работе, спять. Да. Никто не хочет работать. Ну что, показывай мне? Клетки неровно стоят, как пьяные. Ага, постой, Саша, я пойду посмотрю, что есть. Давай. А то я не знаю, что и приведу. Хорошо, хорошо. Тот рынок меня пропустил. Как пропустил? Пропустил. Я вот там стоял под навесом. Значит, сейчас сынем.
все летные, не больные, войные. Сизая. Сизая павлинка. Пол. Стекает и ничего. Я спрашиваю, блядь, а что вы, блядь, нахуй? Летом что не взяли? Не, летом мы, блядь, внутри делаем. Я говорю, что, блядь, нахуй? Сейчас я приду. А? Вот, да. Тебе то, ты поехал уже? Да, уже поехал. Далеко уехал. Ну да. Ну что, я сейчас вечером дома буду. Ну. Удачи. Та я не то, що ця пизда захотіла, на жінку, як і слухати. Йопта, як я не спіла. Я не на сілу там заглупив, де нахуй він про нас кіпо п'є у мішка бачить. Туди воскресіння. Саня, мент, привет.
Филика позабирали. Юрка забрал. И Саша Машин приехали. Молодежь, короче. Короче, два. Правая сторона. Фотографируйте. Юра, попадешь тоже в кадр. Ничего страшного. Привет, Мурманск. Привет, привет. Полярный, там они меня смотрят. Это вся наша птица. Женя, ты не попадаешь в кадр. Скажи, пожалуйста. А, там все слышно. Слышно. Они говорят, мне дочка говорит, увидела, папа, тебя показывали. А это что за голубь? А что, телевидение, что ли? По Ютубу. А, в Ютубе ты? Да, в Одноклассники нам везде. Здравствуйте. Привет. Как дела? Да ничего, пойдет. Можно? Да. Вот сфотографируем. Во, сейчас. Чёрненький. Парочка. Хорошая. Сеис снял я. Ну, тоже там до хера их. Цено. Красиво. А это вот два молодых. Это голубка на пескуненочек. Ну, Паша, там сели хоть на яйца, ничего? Ну, садятся, ну, как, да, там уже. Понятно. Так что... Тут павлина белая, голубочку, еще не могу найти. Хорошую, да? Хорошую. Все как-то так вот хвосты, так. Ладненько, пойдем дальше. Это вы сейчас снимаете, выставите? Ну, дня через два, так вот. Ладно, привет. Ага, хорошо. А? Ты же сказала, что ты не поедешь. Обратите внимание на яйца. Да пацанячи. Что это пацанячи? Куриные. Мне на покрасе. Арауканы несут.
Лимонные, золотые. А парень, посмотрите, какой алашейка. Его зовут Петя. Петька. Ну-ка, спой песню. А эти почем? Синги. Они сами. 700 рублей. Давай, кино. Потом куртине выйдем дома смотреть живой уголок. Thank you.
А куры почем эти? 1200. Беленький, совсем даром. Летом, с боем. Ну, есть такие, что на тучах ночуют. Ну, есть, есть. Они ночуют, просто отдыхают, здорово, летят тебя дальше. Привет. Ночуют, нет, тяжело спать, только отдыхают там. Почем беленький? Желтая? Голубка? Ты дезинфекцию сделал, все сделал, блядь, все как положено. Это что определяет? Скажи. А? Человек, фотографирует? Да. Фу, блин, я думал, кита надо же делать. Понял, понял. Ну вот так вот, блядь, короче. Ну слава богу, что остановил. Ну вот остановил, старый, я не остановил. Совсем попутал. Сними клетку, завали сейчас весь стеллаж. Меня, блядь, мамка дала росту, блядь, батька. Сел бы, как ты для поддержки кораблей. Хотел, но не получилось. Здорово. А ты с кем? Я сам приехал. Видеокамера. А это что за порода павлинов, чьи? И сколько до пара? За 800 рублей. Слышишь? А.
Бильские специалисты. Ну если я вот этих по 300 хочу продать, а эти 1500. Да что? Первоград. Это не Первоград, это мрамор, но это торец. Это крупная птица, это торцовая птица.